«Да будет свет» в Иншихово-Нарвашском сельском поселении, что в Янтиковском районе по программе инициативного бюджетирования сделали уличное освещение. В отсутствие уличного освещения в селе есть один плюс. По ночам хорошо видны звезды и Млечный путь. Но жители села Яншихово-Нарваша решили отказаться от такого рода романтики ради безопасности и удобства. По программе инициативного бюджетирования там установили энергоэффективные светильники. Мы установили 50 светодиодных светильников современных мощностью 64 ватт. Светильники установили на перекрестках практически всех улиц. У нас не осталось ни одной улицы не освещенной. Несколько таких светильников потребляют электричество столько же, сколько один старый фонарь. Уличное освещение освещается вот в 21:00, а выключается где-то в час ночи. Это удобно населению. На каждой улице установили уличное освещение. Ввиду того, что я тоже живу на окраине деревни, и это очень удобно. Кто сколько мог дать, кто сколько мог внести вот в это бюджетирование, в эту программу, только и внес. Мы внесли 250 рублей. Помимо светильников, безопасность жителей теперь обеспечивают камеры видеонаблюдения. Безопасность муниципалитета включает в себя установку 10 видеокамер высокой четкости. Мы их установили в общественных местах, на центральной улице, где скапливается большое количество населения и большой поток автотранспорта возле школы, возле садика. В общей сложности с 2017 года по программе инициативного бюджетирования в Яншихово-Нарвашском сельском поселении реализовали 4 проекта. На следующий год уже по другой программе формирование комфортной городской среды планируют благоустроить территорию перед Домом культуры. Проект уже готов. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.